Приветствуем вас, дорогие друзья. Здравствуйте. Здравствуйте. Когда мы друг другу говорим «прости», то мы, конечно же, надеемся на великодушие. Даже если формально говорим «прости», то думаем, что он и так на нас не сердится. А когда от души просим «прости меня, пожалуйста», мы, значит, говорим: «ты же человек, ты по-своему подобен Богу, а Господь великодушен, оставляет нам грехи наши, как и мы оставляем, так что прости меня, пожалуйста». Но, тем не менее, бывает трудно простить. И, собственно, очень часто душа теряет мир и находится в каком-то смятении из-за обид, из-за неприязни, из-за ожесточения к подобным себе людям. Вот мы сегодня и поговорим о прощении. Когда и как сделать его уместным, когда и как искать его от ближних, как его добиться, если кто-то не хочет нас простить. И нужно добиваться, потому что трудно стучаться в закрытые ворота, когда тебе уже многократно сказано, что их не откроют. Знакомо вам это чувство обиды и нежелания простить? Обижаются, мне кажется, все, но как вот быть именно людям православным? То есть все ли всегда прощать? Иногда, потому что это ставит, ну не то, что в укор, но вот говорят, ты как человек православный, ты, мол, просто обязан простить. Мы сейчас сделаем что-нибудь такое подленькое. Ну ты же православный, ты давай нас прощай. Это вроде как обязанность уже. А то тебе Господь твои грехи не простит. Давай. Ну, конечно, мы имеем простое слово Господнее. До 70 раз простить брату моему, говорит апостол, и Господь отвечает: не говорю тебе 7 раз прощай, но 70 крат седмирицы. То есть бесконечно. Прощать надлежит тогда, когда ближний наш кается в своем грехе, совершенном против нас. Ну, хотя, конечно, вы говорите сейчас какую-то немножко карикатурную историю. Когда кто-то говорит: я тебя буду специально гадить, а ты меня специально прощаешь. Нет, на самом деле бывают такие люди. Ну, все-таки проблема в том, что покаяние, оно же все-таки имеет свое определенное качество. Кающийся, как преподобный Иоанн Лествичник говорит, покаяние, ну, наш, например, перед Богом, это завет с Богом об исправлении жизни. Он всего лишь за слово прощает, ты за это прощение бесплатное имеешь решимость преображать свою жизнь, изменять ее к лучшему, изменять ее в другую сторону от тех зол, страстей и грехов, в которых раскаиваешься. Поэтому, если кто-то действительно перед нами просит прощения, в данном случае оставляя нас как бы своим судьей, но прося о милости: ты меня законно обвиняешь, ты меня законно осуждаешь, ты меня законно обличаешь, но я тебя прошу. Ты знаешь, что я виноват, при том, что я не могу ничем воздать, прости меня. Значит, я обещаюсь исправить свое отношение, свою ошибку, свое неверное, недолжное, нечистое, неблагородное, неуважительное дело, которое в отношении тебя или слова, или даже мысли, которые питал. Простите меня, я вас думал гораздо хуже. А если человек не просит прощения, то есть как его прощать? А обида есть, а он не просит. Нет, другое дело, когда человек не просит. Давайте мы сначала разберемся с просящим. Человек, который искренне раскаивается. Ну, правда, тоже не надо путать, когда юнош хочет вернуться к девушке, которую он, которая теперь не хочет быть с ним, а он хочет ее вернуть, и он просит прощения. На самом деле он не просит прощения, он хочет ее вернуть. Это разные вещи. Она может его не, у него уже не сердиться, но ему этого мало. Он хочет своим прощением приобрести ее обратно. Это не надо путать. Туризм с эмиграцией – это другое дело. Это уже, так сказать, борьба за любовь, и она может быть проиграна уже безвозвратно тогда, когда вы ее потеряли. И дальше «прости меня, я тебя прощаю». Ну, то, чтобы выросло что-то особое, чтобы нас уже объединяло на будущее, может быть, навсегда, не в моей власти. Поэтому тут особый фронт прощений в личных отношениях мальчиков и девочек, юношей и девушек. А вот когда они просят прощения, то тогда другое дело. Тогда вопрос, простить его или не простить, не стоит. Оно ему не нужно, наше прощение. Мы им оскорблены, мы пренебрежены. Но важно тогда, чтобы не смущаться сердцем.
Вопрос батюшка, вообще... не в том, чтобы простить или не простить, а в том, чтобы лично я не имел злобы, ожесточения, мстительности к тому, кто против меня чем-то виноват. Ну а почему вообще люди обижаются? Ведь чаще вот, даже когда читаешь, говорят, пишут, что вот это, конечно, от гордыни. Но действительно бывает так, что человек... ну мы, конечно, в этом мире не ищем справедливости, но бывает, что действительно несправедливо обижают. Вот. И как тогда невозможно же как-то отрешиться и не реагировать вообще никак? Все равно какое-то чувство такой печали, даже обиды. Ну то есть да, различные... Неприятно, неприятно тут есть. Насколько это вообще прилично христианину, скажем так? Я, наверное, вам рассказывал два разных повода, по которому молчал монах, оскорбляемый другими братьями. Один монах молчал, его спросил наблюдатель, а как же вот они тебя обижают, а ты безмолвствуешь. И против них ничего не имеешь. А он говорит, ну, поверьте, отче, они любят меня, но только хотят проверить, действительно я монах. Поэтому говорят на неприятности и обходятся со мной пренебрежительно, чтобы я усовершенствовался. А другой говорит, а что я буду им отвечать? Это же псы лают, они люди говорят, они для меня вообще... Поэтому оба не обижались, как бы оба не реагировали. Повод сохранения мирного строения был разный. В одном случае злобный, в другом случае очень позитивный. Поэтому несправедливость, она... Несправедливость же для тебя, если ты считаешь себя пупом земли или даже чем-то существенным. Если я нечто, а не ничто, тогда всякое ко мне пренебрежительное отношение вызывает во мне возмущение. И это мы по себе знаем очень огорчительно. Иногда идешь и чувствуешь свое, ну, скажем так, священническое достоинство. А батюшки вообще обижаются, кстати? А вот кто-нибудь скажет, ну, тебе борода распустил, ты тут трясу ты одел. Вот. Или какой-нибудь, например, думаешь, какой невоспитанный человек. Помоги ему, Господи. Вот. А, конечно, а опытный батюшка, он и со слезами еще взглянет на этого ожесточенного. Как святитель Тихон Задонский, когда его настоятель ударил по лицу, разгневанный, то, причем так вот по искушению какому-то дьявольскому, то Тихон Задонский перед ним на колени упал и попросил его прощения за то, что он так стал ему таким преткновением, каким-то соблазном, что он так поступил в отношении его. То есть он на него вовсе не обиделся, а стал его жалеть ужасно. Это как же настоятель ударил его, старчика, по лицу. И ясно, что это в каком же мраке пребывает душа этого самого настоятеля сейчас, в этот момент, как наваждение, повреждение, помрачение. Вот, так и мы. Конечно, когда мы руководствуемся своим величием, не занимаем последнее место в жизни, внутренним своим помыслом, не видим себя грешниками, то и бываем склонны на обидчивость. Таких людей Феофан Затворник называет чири-недотрога. Такой чири иногда в молодости бывает, спрыгивает на теле, и даже дуновение ветерка вызывает его крайнее такое озверение. Вот. Человеку нельзя не взглянуть как-то на него, потому что он преисполнен своего значения, чувства значения своего в этом мире. Он несет себя. Даже если он причастился, сразу все становятся ему искушением, потому что все его раздражают, все хотят его как-то сбить с благодатного чувства. Он несет себя как фимиам драгоценной благоуханной влаги. Господь-то причастил его, но устроение сердца не стало Христовым. Поэтому человек хоть и чувствует себя в благодатственном состоянии, но это интерпретируется в нем ужасно превратно. Он себя считает уже чем-то значительным в связи с помилованием от Господа. И тогда его очень легко искусить. Тут ему не подержали дверь, тут заплакал ребенок, тут не хватило ему места за трапезой поближе к настоятелю. И вот он уже, меня искушают после причащения. После причащения я претерпеваю страшные искушения. И я сейчас докажу, что я, кто я такой. И вообще уйду в затвор, в монастырь. Раз меня не умеют уважать на этом приходе. А почему? Потому что превратно понято дело помилования, которое совершилось за божественной литургией. Господь тебя презренного сделал чистым. Но не по твоим заслугам, а по его заслугам на кресте. Ты скверный, взят в удел. Ты нечистый, взят в сообщество сияющих ангелов, светоносных. И вместо крайнего смирения и совершенного благодарения ты представляешь из себя какой-то надутый тюк самодовольства. В связи с чем? В
честь чего? В честь чего? В честь того, что сегодня праздник, и я причастился. Ну, так благодари Бога и жалей подобных себе грешников, которые, может быть, еще не взяты в удел, или взяты в удел, но не умеют благодарить, преисполнись благодарностью. Наша религия православная, христианская, это религия помилования, а не религия купли и продажи, не религия обмена какого-то, не религия приобретения, а религия получения в дар. И поэтому, когда мы одарены, то нам ничего больше не остается, как дарить другим. И не свое величие, а свое служение. Если Господь, причащая нас, говорит: «Я среди вас как служащий, а не возлежащий», то и вам надлежит умывать ноги братьям своим. Понятно, это для нас образ. «Дал вам образ», говорит он, Господь. Мы не должны за ноги хвататься ближних наших. Они, может быть, им совсем даже неприятно, даже если мы захотим их помыть. Вот. А вот смирять свою самость всегда надо и до причастия, и после причастия. Так что здесь вот эти обиды, они не хороши. Кто обижается, просто глуп. Такое есть расхожее крылатое выражение. Потому что обидчивость не дает никакого плода. Бошка, ну вот смотрите, вот, к примеру, если какой-то человек, он, ну, тебя, к примеру, регулярно подводит, вот, и ты ему раз спросил, два просил, ну, мало ли бывает, так оправдываешь человека, а потом в каком-то важном деле действительно человек подвел, и ты сидишь и понимаешь, что, в общем, не в первый раз, и, в общем, ну, человек, наверное, какой-то ненадежный, вот, и попросил прощения, ты его простил, то есть не то, что ты таишь на него какую-то безумную злобу, но ты понимаешь, что, наверное, с этим человеком ты больше дел бы иметь не хотел, вот, причем это совершенно никаких. Хорошее дело. То есть как отличить, ведь есть даже такой грех, называется память о злобе. То есть, нет, когда ты помнишь зло, или просто ты сделал какие-то выводы, но все равно это сочетается чаще всего с каким-то огорчением, что, ну, разочаровал, ну да. С другой стороны, может, это твое, то есть не надо было очаровываться, чтобы тебя человек не разочаровал. Память о злобе – такое слово очень характерное. Так я вообще не памятозлобный, я просто злой. И память у меня хорошая. Вот именно. Так памятозлобие, оно неприлично человеку, не злому. А христианин не может быть злым человеком. Вот. Я просто злой, память у меня хорошая. А так я не, этим грехом не страдаю. Надо общее менять состояние. Хорошая, Катя, у вас линия размышления, но только поймите, что вы-то еще не начальник, а мы бываем еще начальниками. Поэтому нам принимать такого рода решения – все, точка. Спасибо. Человек выпил в монастыре один раз, другой раз. До свидания. Вот как? А где помилование? Как помилование? У нас дисциплина, у нас порядок в монастырской жизни. Хотите бражничать? Есть для этого другие места. В монастыре такого быть не должно, не может быть. Где же ваше христианское милосердие? У меня так было, когда я с прихода, одного из самых замечательных московских приходов, на котором 5 лет... провел 3 года, потому что до этого 2 года в другом храме служил батюшка. Попал в монастырь. И там все наоборот. Там тебя никто не милует, никто с тобой не носится, никто тобой не восхищается, а все только тебя шпыняют, смиряют, ограничивают. Хотя за этим потом начинаешь видеть красоту такую внутреннюю, красоту монастырской жизни, смиренной жизни. Но точку в терпении руководителя ставить иногда приходится очень быстро, а не долго. Например, у Феофана Затворника в его епископском служении он был добрейший человек. Поэтому для выговоров и для наказаний у него был специальный человек, вроде эконома, который и вызывал, и выговаривал. А Феофан Затворник не мог никому выговаривать. Ну, по причине своего совершенно евангельского устроения сердечного. Книга «Деяния апостольских» открывает нам удивительную историю. Павел и Варнава, великие апостолы, уже благовествуя много, намеревались идти в определенное место, куда призывал их Дух Святой. И Варнава хотел взять с собой Марка. А Павел, помня, что Марк не пошел с ними туда, куда их посылал Господь в предыдущий раз, то хотел не брать Марка, потому что тот подвел их в тот раз. И некоторые поверхностные комментаторы Нового Завета говорят: вот смотрите, апостолы поругались. Ибо в чем развязка? Что Варнава, взяв Марка, пошел в одну сторону, а Павел, взяв другого спутника, пошел туда, куда нужно было. Они разошлись, они как бы поссорились. Но откройте Иоанна Златоуста, откройте святоотеческое толкование, экзегетику от Духа Святого, и вы узнаете,
что они никак не поссорились. И Павел, и Варнава, и Марк, который почему-то не пошел в предыдущее путешествие с Павлом, которое Павел считал необходимо совершить вместе. И когда они пошли каждый в свою сторону, то, говорит Иоанн Златоуст, они вовсе не поссорились и не разбежались, а каждый уступил каждому. Апостол Павел сделал так, как желал Варнава, и тот пошел с Марком, а сам Павел исполнил то, что по благоволению Варнавы, который уступил ему, исполнил свое служение так, как повелевал ему Господь. Поэтому, сохранив совершенный мир и любовь апостольскую, каждый уступил каждому, и они направились по тому пути, который именуется путь любви и путь благовестия Христа, любящего и кроткого. Так что вот эти периоды терпения и долготерпения, они не всегда проявляются в принятии решений о том, кому и что можно продолжать разрешать делать. Особенно, если ты начальствующий, ты отвечаешь за порядок, ты отвечаешь за благоустройство. Наш Бог – Бог порядка, а не беспорядка. Поэтому замечательно, когда, ну, вот у меня есть даже добрый пример одного из московских приходов, ставших монастырем, со строгой, Богом просвещенной, несомненно, такого высокого молитвенного духа, игуменьей, а настоятель прихода, он человек великих дарований и необыкновенной любви сердечной, такой любви ко всем, пастырской любви. И эта пастырская любовь, которая царствовала и царствует в этом месте, в этом приходе, она, конечно же, являлась причиной спасения многих тысяч людей, которые спасались, спасаются, окормляясь у этого священника. Но в организационных вопросах какого-то внешнего немало было того, что вызывало какие-то огорчения, смущения, противостояния. И вот сейчас интересно, Господь так производит, что оставляет за батюшкой проповедничество, пастырство, миссионерство, его служение, писательство, а над этим же приходом поставляет строгую, замечательно организованную, взыскательную, добивающуюся, возможно, безупречного порядка во всем, игуменью, преображая в такой женский монастырь. Это удивительное такое, по-моему, замечательно промыслительное событие. По благословению святейшего патриарха Кирилла в Москве открывается новый, уже открылся, уже игуменья с посохом, как полагается. Но мне кажется, удивительное облегчение служения самого духовника, пастыря выдающегося, вот таким промыслительным решением. Господь сам устроил все. Не сразу, но очевидно, что вот эта совершенная любовь пастырская исполняет свое служение, а тот необходимый для уже огромного прихода, состоящего из многих храмов, получила свое оформление, свою какую-то внешнюю строгость. Что дороже, что важнее? Наверное, важнее вот та любовь. Я бы, может быть, сравнил строгость и любовь как яблонька или какая-то виноградная лоза и та опорная палочка, на которой она привязывается, пока молодая, чтобы не погнули ее ветры, чтобы она не сломалась. Без палочки вот этой плохо будет расти дерево, если вовсе не сломается. А все-таки основной цвет дает не эта дисциплина, не эта сухая, сухая опора, а живое дерево. Но одно без другого, как мы видим, недолго уживается. И Господь управляет так, что и есть кому наводить строгость, и есть кому являть любовь. Поэтому даже когда у нас сейчас ставят некоторый укор современному нашему русскому монашеству, что у нас не так, как на горе Афон, где игумен, он является одновременно и духовником, отцом каждого из монахов, которые живут в монастыре, и при этом администратором. А у нас есть некоторое разделение. Есть, как правило, очень деятельный, активный, строгий настоятель и исполненный любви духовник, который утешает братью. И братья не всегда откроют настоятелю какой-нибудь свой срыв, огорчение, грех, опасаясь, естественно, законного наказания. Батюшка, ну вот я, например, от одного своего знакомого слышала, когда мы говорили о какой-то очень похожей ситуации, он мне сказал о том, что как бы это все от гордости. То есть если ты вдруг разочаровался в человеке, значит, это все сугубо от гордости, и как бы нет в этом никакого рационального вообще момента. Руками разведу. Это кажется, когда ты пойдешь
пойди встань на место другого человека, хотя почувствуй его боль. Тогда не будешь говорить, ты гордец, забудь. Действительно, лучше утешить как-то, елей милости пролить, чем прижигать. Ну, тут уж надо все-таки искать в этих особенных болезненных случаях таких выдающихся батюшек, на вроде того, о котором я сегодня упоминал, когда рассказывал о приход, ставшем монастырем, потому что они имеют какой-то дар утешения, имеют дар такого слова, которое, с одной стороны, не избавляет тебя от необходимости каяться, понимать, что небезгрешный твое устроение, а с другой стороны, умеет пролить елей милости Христовой на эту самую твою рану. Надеемся, дорогие друзья, что Господь всякому из вас на жизненном пути пошлет таких добрых пастырей, которые словом любви утешат всякую боль. И мы с вами всегда найдем силы простить тех, кто виноват перед нами, но и разумно избирать в этой жизни, с кем нам действительно по пути. Храни вас Господь, помощи Божией. До свидания. До свидания.